ну, для того, чтобы человек рос, как бы, да, в большой команде капитанской, ему нужен хозяин. То есть, вот пришел белый пояс, он как бы вот будет тыкаться туда-сюда носом, если у него вот никого нет, кто будет его лоббировать, кто будет ему помогать, подсказывать. Ему нужно найти хозяина старшего пояса. Он как бы к старшему поясу прибивается, старший пояс его перечеркивает, выпи***т немножечко. Ну, как бы помогает, ему подсказывает, где-то надо, где лоббирует там, да, где надо. Где надо, там, что-нибудь объясняет. И вот он как бы приобретает хозяина, начинает вместе с хозяином расти. Поэтому вот младшему поясу нужно себе хозяина хорошего найти. Те, кто сейчас триггерятся, скажут, что это так не работает, они как бы просто, ну, не видели этого никогда вот. Никогда с этим не сталкивались, я просто не понимаю, как это работает. А если в команде только белые поезды, нет никого старше? В группе. Вот у тебя, да, в группу только-только вот набрал, и там один коллега, второй не может кувыркаться. Ну, находишь из них наиболее сообразительного, он как бы, он у них становится хозяином. Он будет как бы и сам быстрее прогрессировать, и дураков за собой тащить. Ну, то есть, это нормальная тема, он собрался уже как бы стать дураков. Они все равно найдут из них как бы менее дурак, как бы будут следовать за ним. На коняк ответственность на него спихивать. Социальные правила от Панкова.